Ты весь перемазался. Зато теперь он ест самостоятельно. Улыбнитесь, снимаю. Ты каждое утро будешь его снимать? Сыр. Да, пока он не вырастет. Во сколько у тебя лекция? В 11, но мне нужно еще кое-что доделать. Заберешь вечером Оскара из садика? Лучше бы это сделал ты. У меня полно дел. И с Мирайль опять проблемы. Да. Для нее чем хуже, тем лучше. Наплюй на все и увольняйся. И что я буду делать? Сидеть дома и заниматься семьей? Нет. Кстати, вчера звонила твоя мать. Ешь. Ты не поздравил отца с днем рождения. Я забыл. Ну да. Но ты обещал, Жульен. Вот, держи. Покажи мне, как ты это делаешь. Молодец. Может, вам пора помириться? Ты не опоздаешь на работу? Папа! Что, мой поросенок? Полиция, месье Оклер? Да. Стоять, оставайтесь здесь, не двигаться. Проходите, сюда. Что случилось? Лиза! Что происходит? Что вы делаете? Отпустите. Что происходит? Успокойся. Да не трогайте меня. Вы Лиза Оклер? Да. 10:18. С этого момента вы задержаны. Что? Почему? Что она сделала? Почему? Что ей сделала? Увидите ее. В чем ее обвиняют? Жульен. Лиза! Оставайтесь на месте, месье. В чем ее обвиняют? В убийстве. Что? Это ложь. Я ничего не делала. Пустите меня. Спокойно. Жульен. Мы должны обыскать вашу квартиру. Отпустите меня. Отпустите меня. Отпусти его.